Так. Переместился в крепость Брюхорезу. Но оставшиеся столома ко мне не упали еще. Съездим, тогда зачистим какой-нибудь лагерь. Что вот это за лагерь? Уничтожить нефтяной насос. Детали разведчики. Ну, поехали. Предлагают подкрепиться свежими червячками. Я пока что откажусь. Да, не буду я с ним разговаривать так. Так всех перестреляют, да и все. Боялся их. Ой. Я с ним все раздолбаю, не переживай. Я вижу, что там лагерь. Ну-ка, я в снайперку гляну. Снайперов нет. Без защитных рубежей. Наверное, здесь тогда будет жесткий махач. Кто сказал мяу? I'm going. Wait here. Of course I will. If you have to leave me here. Вот этот лом надо будет в крепости отобгнать. И будет мне счастье. Ну раз уж я пришел в этот лагерь, я его зачищу, конечно же. Сначала. Ой, не упасть бы самому теперь. Лом 2 из 9, а лагерь-то не маленький. Ладно, что теперь? Горлана нету? Неплохо. Возьму-ка я чудо-палец. Еще две эмблемы где-то есть. Вон насос я вижу. Тут нет никакого лома. Нету. Ну нет, так нет. Это тайная тропинка. Надо сначала ее исследовать. Тут
только немножко еды есть, и все. Я, пожалуй, что не буду пока такую еду есть. Вода, очевидно, предстоит какой-то махач. Вон горлан, кстати, висит. Надо будет его сейчас снять. Тише, ребята. А, тут нельзя пока залезть. Да стреляй же ты! Это лучше. Неловко получилось, да, щит? Хо-хо-хо! Думал, тут лом лежит, но тут его нет. Сейчас я снизу все исследую. Ой-ой-ой, что такое? А, буря приближается или что? Что это было? Что это было? Ну и плюс, да, и плюс еды надо поесть. Здесь еда была. Я ее специально сразу не стал есть. Потому что подумал, что мне здоровье сейчас попортит. Ну, так-то лучше. Нет, снизу ничего нету, кроме вот этой двери. Ее я, конечно, тоже сейчас исследую. Тут у нас эмблема, тут у нас канистра и лом. Насос я в самую последнюю очередь взорву. Сейчас я сначала все исследую. Потом уже насос взорву. Может, тут еще кто-то подраться захочет. А, нет, это уже спуск домой. Где-то еще три лома осталось. Отлично, лагеря добыли. А, нет, это не лагеря добыли, это я уже насобирал. Да-да-да, пацаны, сейчас все будет. Сейчас я только с этим лагерем закончу. Еще два лома надо найти. Ой, детали проектов, конечно же. Три из трех. Отлично. Супер. Еще бы два лома найти оставшихся. Вот первый лом. И, наверное, наверху еще один будет. А это лесенка вниз. Нету тут лома, тут только патроны. Эх, а жаль. Это, видимо, я пропустил один лом. Ну ладно. Интересно.
далеко слишком взорвалось. Надо ближе кидать. Один лом остался. Ладно, мне пока что до этого лома особого дела нет. Остался, так остался. Где-то он лежит, полеживает, а я его не вижу. Поедем. А, вот он. Видел я его. Отлично. Ну вот обязательно надо мне этот экран показать. 100%. Теперь мы едем к брюхорезу, устанавливаем там разведчиков, устанавливаем выхлопную трубу и едем на миссию. Бежать-то сюда, что ли? Ой, наверное, не сюда. Неловко получилось. Ладно, надеюсь, меня в брюхорезы разместят. Я все равно к нему собирался. Погоди. Сейчас надо сначала к жестянчику отправиться. Ой, к брюхорезу, то есть. Установить разведчики. Где только они? Это не они. Парышевая ферма. Металлоломщики. А это у нас что? Тоже не то, наверное. Нет, это не то. Это я уже установил. А вот, наверное, и разведчики. Видите, все места поживы. Крепость улучшена. Визуально это никак не отображается. Да и не только визуально. Вообще никак не отображается. Брюхорез, не желаешь ли ты мне еще какое-нибудь задание выдать? Now, as for the concubine, she was part of a deal. Not much good it'll do me. К чему это было все сказано? Так, устанавливаем двигатель. То есть выхлопную трубу. И едем в гонку. Нужен. А вот он уже выбран. Гараж, выхлопная труба. Дальнобойщик. Let's see what she can do.
Давай, говорит, посмотрим. Куда нам ехать-то надо? А, он пока не показывает, куда ехать. Я же установил улучшение, что еще надо-то? А, или вот эти тоже надо установить? Ну и смысл их устанавливать? А, или их надо убрать, понятно. Чтобы сильно прокачанная тачка не была. У меня же тут гонка. Понятно, придется дефорсировать ее, скажем так. Демон скорости построен. Hear her roar! Oh, oh, so exalted, so wondrous! Let us to the O-ring and race! Если я поставлю обратно. Это у нас что? Крошение на капот откуда-то взялось. Если я обратно все установлю. Можно будет участвовать? Можно. Я обратно все и установлю. Что же я буду? Сейчас, ребята, 3 секунды и поедем. Все, я проверил кузов автомобиля. Ну все, поехали. Keep an eye on the car. There, a legend in the making. Ready to dip and rip and dust the fool who'd bet against such a monster cool. Надо, наверное, не стреляться с ними, а ехать. Придется эту гонку сейчас второй раз проходить. А, вот такие бочки надо уничтожить. Thank you.
Отдохни, дружище. Ты устал. Страшноватое управление. Точило горит. Главное тачку не расхлестать. По времени я вроде успеваю. Вроде бы как. Провал. Одну бочку я пропустил. Ай, не ту кнопку еще и нажал. Надо было F нажать, а не Enter. Я понял смысл. Можно этих пацанов вообще не было не трогать. Главное бочки взрывать. Смог я удержаться. Теперь я ему колеса гарпуном сорву, что он меня будет догонять. А он догоняет меня. Отдохни, дружище, ты устал. Ну и все, теперь просто едем, финишируем первым. Еще подтормаживать на поворотах. И всего-то делов.
Отлично. Завербовать наколку. Сейчас мы ее завербуем. Я понял, вернуть настройки шедевра, это мне на гонку, он автоматические настройки переставляет. А пуля-то не кончилась. Садись, Максим. Садись в автомобиль, Максим. Пойдем вербовать наколку. Все, кончилась буря. Так же внезапно, как и началась. Всю фляжку высосу. О, здесь я лом зато увидел. Ящики валяются. Надо ящики-то собрать, съездить. Чего же они валяются-то бесхозные? У них по 300 лома. You be careful here. Ну и куда он весь разлетелся? Как-то я его сильно протаранил, этот ящик. Весь лом-то и разлетелся. Вот один еще. А третий я не буду искать. Хрен с ним. Сейчас еще он с того ящика соберу и поеду тогда уже вербовать наколку. Кстати, лом еще увидел перед тем, как уезжать. Где-то еще два лома валяются. Их бы тоже собрать, чтобы они без дела не валялись. Сейчас я гляну буквально одним глазком.
может быть, удастся быстро найти этот лом. Здесь ничего нет. Значит, надо внутри еще найти лом. Сейчас, дружище, мы поедем с тобой еще минутку терпения. Последний лом где-то остался. Где же вот он? Сейчас, подожди, подожди. Так, и теперь в гараже мы ставим все на место. Что ли установить? Подвеска. Улучшение босс. Like a boss. Колпаки. Шипы. Остальное все установлено. Снайперку я не вижу смысла. Уменьшает время перезарядки. Гарпун максимальный. Вот это вот пампушки бы тоже прокачать. 900 урона. Уровень угрозы на территории. На территории Фритюра. Вот оно что. Так, боковые горелки тоже заодно поставить. Пусть будут. Топовые горелки, надо миссию выполнить. Скорость ремонта бы еще прокачать. Где вот эти задания пустоши найти? Ну и все на этом. Все, все, поехали. Скорее поехали. Your debt is paid. Girl, a moment to clear her head. I've been fuming for days. Напарница так себе. Союзные лагеря еще вам добыли. Нет, момент я, конечно, готов тебе дать. Дамочка, надежда готова задать. Пустоши задание. I can't stand the waiting. Next stop, Gastown races, and then begins the reign of the big chief. Not sure I get the point of the fighter. Oh, but you will. You will. My black fingers and bent form leave me out. I've not the skill for the kill. It'll be just you and Tenderloin on the Oval of Death. If the car takes damage, I doubt you'll know what to do. It won't matter, Saint. You'll triumph. You must. You must triumph. По-английски триумф произносится как триумф. Поехали, будем делать триумф. Достигнуть урова славы. Миссия «Бессмертный враг». Миссия, конечно, настораживает. Видимо, босс какой-то нас ждет. There he is, the legend drifter with the deadly car.
Gas towners, wastelanders, lowly specks, and big wigs alike, behold what treasure is bestowed upon us from above! Witness and tremble before the big chief! Glass of fresh and delish fixin' for our piping hot mixin'. The teasing, the pleasing, the concubine! Oh! And yet, all these riches still have but one keeper, our beloved champion, Stagdor! But alas, a champion's fortune and his life can be fleeting. But tonight, there shall be a reckoning for your benefit and his own. A daring warrior has issued a challenge. He vows to snatch the crown, the core, and the concubine from our champion! I give you Mighty Boy! It is time to let the people know, and the blood flow! Hans, what we got? Got the old Thunder Tip pawn. Big hunk of ammo. No mice. That gotta be enough. Will be. You just pick the targets, real boy. Мойка эти мины бросает. Ошибаться здесь нельзя. Сейчас я тебе укажу цель, подруга. Да какое лута? Сейчас точилка у меня взорвется. Сейчас на мину на одну мы наедем и все. Или просто врежемся. Угу. Грампун, кстати, перезаряжается. Надо было рестарт выбрать. Я надеюсь, это продолжить. Это есть рестарт?
То сейчас опять заставку смотреть не хочется. Помойка, ты куда так разогнался, друг? Догнать и все. Он-то damage good, но и мы damage good. Как бы точило сремонтировать бы. Не, ну классная миссия, что и говорить. Только я неправильно начал ее проходить. Надо было заняться помойкой непосредственно, а не этими его друзьями. Держись. Не удержал. Продолжить. Третья попытка. Сейчас я попробую сразу по помойке стрелять. Thank you.
отпустил я его сразу же. Тачка у него правда быстрая. Да что ты будешь делать? Ну? Поехать этим тогда путем. Внимание, вы не туда едете. Понятно. Ладно. Непростая миссия. Мины. Ромашка вышла. Блин, не упустить бы. Ты мне не мешайся. Есть! Неужели? Придется сейчас наколку избить. Got no quarrel. Mm-hmm.
Блин, осталось еще эту теперь наколку на наркоманку. Не слишком ли быстро она для наркоманки шевелится? Ну вот эта мне миссия вообще не нравится. Во. Во. Пойдет. Ты когда только правая кнопка появляется на долю секунды, тогда только можно ее блокировать. Опа, Розалик попал. Эх, пропустил. Ох, какая нудная миссия. Раз из десяти... О, блин, не ту кнопку опять нажал. Раз из десяти правая кнопка появляется. Наркоманская миссия какая-то. Как эта наколка. О, правая кнопка появилась, я ее нажал, но почему-то не сработала. Потихоньку, потихоньку у нее здоровье то... О, блин, опять не нажалось. Потихоньку у нее здоровье то уменьшается. Водичку пью. Есть, блокировал. Ну а почему не атаковать-то теперь? Ой, какая нудная миссия. Я ее пройду минут через 5-10, наверное. Yeah.
Опять пропустил правую кнопку. Я опять пропустил правую кнопку. Тихонько, помаленьку. Потихоньку, помаленьку. Еще, наверное, 5 ударов осталось таких сделать. Раз. Два. Три. Опять промах. Эх, правая кнопка не нажалась. Пять. Нет, еще шестой остался удар. Да что ты? Я! Наконец-то. Интересно, как мог ужить человек, которому распилили череп бензопилой? Что, теперь битва еще с этим предстоит? Так и есть. Look out!
есть, работает. Надо было этим пользоваться. Надо теперь новую рубайку. Видимо, когда он красный становится, ему урон не наносится. Да, заманивать его на бочке, я так и подумал. Маленько не заманился. Ай-яй-яй, вот это заманился, так заманился. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ну? Набрасывайся. Да не ты, ты-то мне зачем нужен? Либо второй вариант, тогда ярость накапливает, ярость его. Иди сюда. Есть. Есть. Жара. Опять члема этого я не добил. Если бы платформа не рухнула, я бы его добил. На всякий случай. Полетел. Ты что, и лом какой-то. Зря я воду потратил. Заточки. Вот, а воду-то можно и набрать. The fox.
one in hiding. See me. See what you have done. You took my car. Your car? No. My car. My life. Oh, it's mine. Маленько, не дождался. Вот она, ярость. Да отвали ты от меня, придурочный. Ах ты помойка. Ну ты и правда помойка. Ладно. You're not gonna die on me, champion. Not yet. You'll get well, and when you do, I count another for you. Yes, my child. You will help me get her back as soon as I get you fixed up. Stand by. Who there? You're too strong to break now. Who's you? Abdominus, organic mechanic. My champion, he's wounded. Leaving this mess on my doorstep! This one, or you'll end up more of a mess than him. Why? Let's get him to the chair. There's someone you should meet. Who? It's someone from before. Didn't mean you dog-eater. There now, dinky-dee, huh? We're all friends here. Huh? Friends of him. Yes, only he doesn't want to know about it, huh? Too afraid of the ghost. I just don't want any friends. Bit late for that, buddy. To cut yourself off just because you lost us. You will do it again, husband. And this time you'll do it right. Do you, crazy-eyed road warrior, take this wasteland concubine to be your lawfully wedded wife? I do. Made for greatness, born to die in
battle. Yeah, but you didn't! You failed him! You failed Scrotus! And now your blood nourishes the weak. My blood! May it burn through your veins and scorch your soul! Pay us my payment! Yeah, go on, get out! Get out now! Where is she? The woman? A concubine. Out there, in the underbelly. You owe her a life! Don't know why she cares for a shit sack like you! Keep walking! Blood leech! Blood leech outside! Жесть, конечно. Остается только довериться наложнице. Ну, жесткая миссия, конечно, мне понравилась. Жаль, только не дали этого члема опять добить в очередной раз. Сейчас по этому днищу бегай два дня. Газатун. Не сюда. Сюда. Может быть, сюда? Похоже на то. У меня же еще фонарик есть. She'll know. She'll know where it is. Hope. They call her Hope. Concubine, huh? They think she is fine as the big chief, even. She dwells down here. Somewhere. Крикун готов выдать новое задание «Пустошь». Надежда готова выдать задание. Вот мне Надежда-то и нужна. Used to be. This mean fighter. Famous war boy. Где же она, Надежда? Вижу только Крикуна я. Надежда это вообще у нас здесь была. Запиши два проекта в крепости Фритюра. Понятно, пока что надо мне на Крикуна на этого поработать. Надежда пока недоступна, как бы это ни звучало. Я сейчас задание возьму. What? You? Whole town saw you fall. I didn't see me land. Oh. I'd, report you to Scrotus herself, but, that'd get my lid lopped, too. What do you say you, help me out some more? Not your errand, boy. I'll make it worth your while. So, you know of Crow Desert. He runs races like I do. He got a sound system that rivals my own. And I want it for myself. Now it's mounted on a bona fide race wagon. I just want the loud thing. You keep the car. If
this keeps up, that bloody priest will rally more smellies than my races. Go away. Так. We're going to Crowdazzle's place. The outcry wants his vehicle. Got loudspeakers on it. Oh, I know that car. Yeah, but we have to go at night when they keep it at home. Resting. We'll do it under cover of darkness. Так, вот сюда мы направляемся. Но направимся мы сюда уже завтра.